Всем привет! Продолжаем движение. Автомобиль Шкода Рапид. Автоматическая коробка, базовая комплектация. Нареканий к автомобилю нет. Значит, два слова о месте ночевки. Я думаю, через год, через два максимум, это будет очень хорошее место для того, чтобы остановиться на привал, на ночевку, отдохнуть. Немного дороговато, но я думаю, оно того стоит. Заплатив за стоянку 100 рублей, туалет, умывальник бесплатно. Ужинал в салоне автомобиля. Заходил, смотрел буфет. Сделано интерьер, по крайней мере, мне понравился. Сделано цивилизованно, со вкусом. Туалетное помещение по оценкам я поставил бы, наверное, пятерку. Жидкое мыло, полотенце висит там. Как часто его меняют, это полотенце, я не знаю. Но на первый взгляд мне понравилось. Гостиница. Бани пока нет, парную строят. Территория пока не заасфальтирована, но я думаю, это дело времени, за год, я думаю, наверное, за два приведут в надлежащий вид. Так что можете записать координаты и пользоваться услугами этого мотеля, как он будет называться, не знаю название пока, я не обратил внимания, может и есть, но координаты вас приведут точно к этому месту. Еще не адаптировался к часовым поясам, поэтому выезжаю поздновато проверкам. Сейчас в Москве 4:30, плюс 2 часа, 5:30 в Москве, 5:30 плюс 2 часа, 8:30. Поздновато, можно было на часок раньше выехать. Но уснул. Лег отдыхать тоже поздно, пока перекачал видео. Есть небольшой нюанс, напоминание всем. Лето, время комаров. Здесь тоже комарики летали. Конечно, не так, как в Тюменской области. Двигаемся навстречу солнцу, на восток. И то, что выдвинулся не рано, в этом даже есть свой плюс. То есть
солнце не бьет прямо в лицо, прямо в глаза, а уже немного приподнявшись, навстречу, но не в лицо. Двигаемся в сторону Уфы. Сколько до Уфы осталось? 50 км, наверное. Вчера не рискнул ехать больше. Проехал мало, вот, не рискнул ехать дальше, потому что я не знаю, что дальше, где мотели, где стоянки. Если поехал бы вчера еще дальше, не остановившись здесь, то, наверное, стал бы еще позже. Слишком рано двигаться, начинать движение не советую по ряду причин. Но одна из причин — нужно начинать движение, если хорошенько отдохнул, выспался и с новыми силами начинать движение. Если встать слишком рано, то возникнет эффект, когда во время движения в течение дня организм потребует отдыха и потянет в сон. Это первое. И второе — то, что выдвигаясь очень рано утром, надо помнить, что встречные автомобили, водители или двигались всю ночь, и уже у них силы на исходе, то есть их тянет сон, или водители, которые встали очень рано, не выспавшись, и тоже, возможно, потянет сон. Просто это иметь в виду надо, нужно. Полотно дороги хорошее. На пятерку не тянет, но на твердую четверку вполне. Нет разметки. Видны следы ремонта, как заливали швы. Слегка потряхивает. Обочина широкая, не асфальтированная, так что в зимнее время нужно быть предельно осторожным, потому что, убирая снег, выравнивают обочину с дорогой. Впечатление. Протестировал очки, которые покупал на Левобе. Значит, вывод такой: зеркальные и просто темные, ну, у них эффект примерно один и тот же. Откровенно говоря, мне не очень понравились. Очень понравились мне очки полузатемненные, то есть вверх более темный, низ более светлый. Эти очки мне очень понравились. Ну и гравитационные. К гравитационным очень быстро привыкают глаза и движение. Комфортная, та же, как и полузатемненная.
картинка сразу оживает. Небо становится синее, более темное синее. Низ более такой естественный, светлый. В этих полузатемненных очках двигаться очень комфортно. Еще раз повторю, что я в восторге от этой кружки, которая сама перемешивает, как я так дома перед отправлением, перед стартом, в бутылку пластиковую насыпал кофе, сахар и сухое молоко. Очень удобно из бутылки дозированно насыпать кружку. Очень доволен электростаканом. Стеклянный с подогревателем, который утром, пока проснулся, включил этот стакан. Пока умылся, сколько там минут, ну быстро сходил в туалет, пришел, она уже разогрела до 100 градусов. Залил, сделал кофе, добавил снова холодной воды, прошелся пока немного и опять полный стакан. Полная бутылка, полная кипятка. Услугами буфета не пользовался. Просто последствия предпоследнего привала, но не этого, а то, что был предыдущий привал, когда меня мучило чистить жога, ноги отекли. Вот. Эта ночь прошла комфортно. Я не отговариваю вас принимать пищу в придорожных кафе, буфетах. Но у меня, видать, организм очень чувствителен. И бурно реагирует на это. Приходится под организм подстраиваться. Взял с собой несколько пакетов картофельное пюре с сухариками, пакетики быстрого приготовления, это кружка супа, что ли называется. То есть приобретенными этими причиндалами вполне доволен. Имеется в виду кружка, имеется в виду стакан с подогревом, с разогревом. Сегодня, даст Бог, попробую воспользоваться вторым. Я сразу взял оба. Пока два привала пользовался стеклянным. Сегодня, если получится, на привале сделаю видео салона автомобиля. Все эти причиндалы, все эти прибамбасы, которые я беру с собой в дорогу. То есть полное рабочее состояние салона автомобиля. Это для тех, кто решится
снимать полное видео на трассах. Ну вот, чтобы видели, знали примерно то, что вот имею я. Значит, предлагаю тестировать сразу два навигатора, Navitel и Яндекс Навигатор. Надо было другую поставить карту, но не стал перестраивать, бог с ним. Яндекс Навигатор, так как, впрочем, и Navitel, показывает голое поле. Вернее, ну как будто движешься по морю. Ни инфраструктуры, ничего на ней не отражается. Кстати, на Навителе заправка была отражена, на Яндекс-навигаторе нет. Ну а так, голосовые подсказки, маневры, кто-то другой подсказывает. Блин, надо не забыть перестроить Navitel на Айго. Хотел же, вчера планировал поставить Айго, но забыл. Видите, как получается. Пока вчера перебрасывал видео с сети карты на внешний жесткий диск, на планшете смотрел фильм «Ви». Это новая лента с потрясающими эффектами. До конца не досмотрел. Где-то половину, наверное. Но мне этот фильм понравился. Наши актеры играют с таким немножко английским уклоном. Если в первой версии там только наши актеры были, ну, вернее, наша версия, вот, то здесь в этой версии, в этом варианте фильма, там уже присутствует такой английский налет. Сюжет фильма рассказывать не буду. Но те, кто любит фильмы ужасов, посмотреть рекомендую. Полотно дороги разные местами, я уже говорил, хорошие местами. Колейность. Ну, это от того, что, по всей вероятности, была нарушена технология укладки асфальта, плюс автомобили, большие грузы, которые идут с перегрузом. Но местами вот колейность, я не знаю, пройдет сколько. Это лето, наверное, еще выдержит. Но в будущем году, я думаю, колейность будет высокая и, наверное, начнется ремонт дороги. Трасса М5, Урал. Двигаемся в сторону. Средний расход бензина вчера составил 4,9 литра на 100 километров. То есть я считаю, очень экономичный двигатель. Но если вы смотрели видео, то я и скорость выдерживал в пределах 80. Проехал мало вчера. Навигатор Navitel предупреждает об ограничении скорости. Яндекс-навигатор помалкивает.
на ВТЛ уже дважды предупредил об ограничении скорости, потому что проезжаем населенные пункты. Яндекс молчит. Это не есть хорошо. На трассе очень важно такие напоминания, что расслабляешься и чего греха таить, не всегда обращаешь внимание на дорожные знаки. Заеду туда на стоянку быстренько и выведу. Кура стоит там, за этим. Да, там быстренько там крутой. И заезжай за мной. Очками поляризационными определенно доволен. Снимаю, одеваю, сразу заметно, насколько эти блики исчезают. Это предупреждает радар детектор о том, что какое-то излучение на трассе. А, заправка. Он реагирует даже на эти вот двери электрические, автоматические двери, которые в магазинах на заправке. На автоматические двери, в общем, реагирует даже. Иногда даже реагирует на излучение мобильного телефона. Перед стартом, после ночевки, промыл лобовое стекло, но проехали совсем немного, и уже вижу, начинают появляться следы от мошкары. Двигаемся на встречу солнца, поэтому эти очень, не знаю, видно будет на видео или нет, вот так вот в реалии заметно. Сколько мошкары гибнет, а на лобовых стеклах? Просто ужас.
сегодня вроде бы суббота. Прошло уже, да, вперед, да. Движение. Но движение примерно в средней интенсивности. Вчера над Самарой уже проехал, по-моему, Самару. По рации водитель спрашивает, как доехать до Красноярска, до Сочи. И обалдел. Связался с ним, поговорил. Что, говорю, за нужда тебя приспичило ехать летом, в период отпусков, в Сочи на автомобиле? Отдыхать, говорит, еду. Вот опять на Viettel предупредил. В ограничении Яндекс навигатор молчит. Еду, говорит, отдыхать. Я говорю, там, насколько мне известно, начиная от Туапсе до Сочи, просто страшные пробки. Я-то был весной, этого и сбежал. Вот. Ребята, кто живет там, в Туапсе, на юге, они говорили, что все отпускники едут летом на своих автомобилях, большинство. И этот парень говорит, я, говорит, ночью поеду. Я говорю, все так думают, что ночью движения не будет. В итоге получается, что все планируют на ночь. И если днем движение еще, например, более-менее, ну не знаю, я в этот пик сезонов, пик отпусков, я в Сочи не ездил, да и не поеду. Далеко нет, я до этого еду. Потому что дорога узкая. По одному ряду в каждую сторону, и малейший затор вызывает огромные пробки. Если ехать отдыхать на юг, то на поезде, на самолете, на поезде, например, предпочтительнее. Можно любоваться Черным морем из окна поезда. А если вагон двухэтажный, да еще сторона выходит на запад, то есть в сторону моря, вообще картинка идеальная. Ну, у каждого свои вкусы, свои запросы, свои интересы. И потом вот манера движения в Сочи, она имеет свою специфику. Так, вот, благодарю, спасибо Яндекс навигатору, предупредил о том, что впереди камера, ограничение скорости 90. Забыл добавить о месте ночевки. Рядом с этим мотелем заправочная станция. Так вот, стоимость топлива самая низкая за весь путь, который проделал вот от Москвы. Самая низкая.
обратил внимание, что там в основном заправляются местные жители, аборигены. С дороги не очень видно, незаметно, только если обратить внимание на знак и на расстояние, которое указано под знаком. Так ее не видно, колонку. Просто имейте в виду. Место до привала от Уфы примерно 50 км, если двигаться на очередной раз. Яндекс.Навигатор предупредил на камере. Навител, понятное дело, молчит. Навител-навигатор предупредил об ограничении скорости 50 км/ч. Яндекс навигатор молчит. Дорожные знаки показывают ограничение 50 км. Радар детектор молчит. Двигаемся сейчас в обход, во въезд Уфы. Объездная в сторону перевала Уральские горы. Начнется Челябинская область. Начнется предгорье Уральских гор. Может, и раньше началось. Не знаю. Я в этом деле не специалист, могу ошибаться. Так, дорога строится. Если полпути по объездной дороге встречные потоки разделены отбойником, часть дороги, где идет ремонт, встречный поток идет разделенный желтой полосой. Уже сколько лет это, ну, года 3, наверное, не меньше. На мой взгляд, дорогу М7, перевал через Уральские горы, нужно делать четырехрядную, по две полосы в каждую сторону, разделив потоки отбойниками металлическими.
города, но чтобы сохранить жизни, на мой взгляд, дорога требует серьезной реконструкции. Посмотрите, обратите внимание на отбойники, погнутые, вмятины, деформированные. Значит, они кому-то, надеюсь, спасли жизнь. Новые секции и по цвету отличаются от общего фона. Особенно тяжело на перевале в зимнее время, когда больше груза на подъеме, банально не могут тронуться с места. Скапливаются огромные пробки. Он стоит, бедолага, на месте, колесами крутит, а автомобиль стоит на месте. Если он остановит вращение колес, то автомобиль покатится назад. Я планировал вчера остановиться на привал где-то вот в этом месте. Или здесь, или чуть подальше на шаг, или в Симе. Но посчитался. На восток оно всегда вот связано с тем, что световой период суток. Мы находимся в границе Челябинской области, 1548 километре. Заправки села. Реклама. Скоро граница Челябинской области. Советую быть очень внимательным к встречным колоннам. В колонне обязательно найдется один, два, три, несколько таратык. Вот, кстати, проезжаем границу Челябинской области, которые постоянно выглядывают из колонны. Так, до Аша 25 километров. Сима, наверное. Кстати, будем проезжать Сим. Можете представить, какой красоты там панорама. Машинка в грязи. Почему такие скапливаются колонны? Тут может быть две причины. Или же впереди ремонт дороги идет, и светофор пропускает только в одну сторону. Или же очень медленно двигается ведущий автомобиль.
за ним скапливается хвост. Я предпочитаю, особенно вот на перевале через Уральские горы, потом на перевале Забайкалье, анекдот, ни к селу, ни к городу, скажем так. Поймал мужик золотую рыбку. Золотая рыбка, я тебя съем. Не ешь меня, старче, отпусти, я любое твое желание исполню. Почесал мужик тыковку, подумал и говорит: золотая рыбка, сделай так, чтобы у меня все было. Золотая рыбка подумала, подумала и говорит: мужик, старик, у тебя уже все было. Стоят обычно ИБДД. Панорама, конечно. Панорама, конечно, потрясающая. Панорама потрясающая, поверхное слово. Одно из самых красивейших мест в рае на практике. Ну, а машинка Ушибаева. Thank you.
Новосибирск. Откуда ты эти корабли тащишь? Капусту рубят. Где торговали
там на разные продукты стоит. Конкуренты. А кто конкурент? Маленько Стараки. Где остановишься? На большом развале, где там несколько десятков морковки. А пятерку принимаю. Настройка раса, обновление навигаторов, запись лошадь. С правой стороны по ходу на Челябинск. Не доезжая КПЛА до 5 киоск. Сверху цифра 5. А в Койле куплю соляра. Вот тебе и Макдана. Скутер Максим, дорожники. Вот она Кропачева. Койле куплю соляра. На Кропачёва проехали уже. Рекомендую это место для приобретения разных прибамбасов, которые нужны автомобилисту. Цены умеренные. Да, цены умеренные, ребята профессионально подготовленные, то есть знающие свое дело. То есть окажут реальную помощь. Уже неоднократно в этом убеждался. Очень много покупал. Запомните, Кропачева. Предлагаем
Америки, Виада, Водка, Спирт, Донецк, Березовка, павильон номер 3, перед кафе «Лада» справа, начинаем с начала стоянки. Трасса М5, Урал. Трасса М5, Урал. Водка, коньячок, виагра, шарики, палочки. Спиртные напитки это самопальные. Все остальное из Китая.
запчасти для отечественных импортных грузовиков и прицепов. Стоянка кафе «Сказка», магазин «Фекоавто». Открыл на разливку в канистрах. Заправка в бак через счетчик. Цена 25 рублей литр. Куплю топливо на «Газпроме». Дальнобойщики напрямую покупают друг у друга топливо. Но нет гарантии, что и «Газпром», «Лукойл» тоже не покупает. Гарантии никакой. По-моему, очень четко и ясно о том, что заправка скупает топливо у больших грузов. Это в Тюменской области, поселок Абанское. Поселок Абанское. Там вот эта барыга даже на 15-м канале орёт, не разговаривайте, пищевает свою рекламу. Не реклама, а куплю-продам, куплю-продам. И то, что ты у него купишь нормальное топливо, гарантии никакой.
Челябинск, машинка пошла, будьте аккуратней. Будем, будем, будем.
Thank you.
We'll be right back.
favorita se acude boti cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Продолжаем движение. Трасса 5. Направление на Челябинск. Автомобиль Шкода Рапид. Коробка автомат. Базовой комплектации. Радует то, что есть задние парктроники. Все остальное